По итогам двух игр мы наконец-то собрались в полном составе. Это первые наши две игры, состав, который был определен нами на начало сезона, в котором мы будем выступать. Вот. И, естественно, много недочетов у нас еще, недопонимания есть между игроками и в защите, и в нападении. В общем, как всегда, работы еще очень много. Где-то эпизоды есть очень хорошие, но больше помарок, ошибок, над которыми надо работать. И корпеть и корпеть, так сказать, еще. А разница в счете, она отражает реальную силу команд? Ну, конечно, любая победа, это колоссальный труд каждого игрока. И в отдельности, и всей команды вместе, конечно, он отражает. Но, зная потенциал своей команды, я могу сказать, что они еще очень много совершают помарок и ошибок. Во вчерашней игре очень много очков самарская команда набрала с помощью трехочковых бросков. Вот как вы, а в этой игре? Во второй что-то как-то поменьше стало. Ну, естественно, мы сделали выводы, просмотрели видео. Утром была у нас тренировка, мы скорректировали нашу защиту. Самара правильно выбрала тактику. У нас более высокий состав. Естественно, лезть туда под больших нету смысла. И они нас забросали трешками. Но сегодня мы немножко видоизменили и защиту, и разобрали ошибки, которые были с нами сделаны. И поэтому, я думаю, поэтому они не забили столько трешек. Кого-то можете отметить из своей команды? Хотя обычно вы этого не делаете. Ну, я рада и за то, что Маша возвращается, она опять приобретает такую спортивную злость, азарт, да, что у нее опять начинают гореть глаза, меня это очень радует. Женя Фролкина начинает больше играть, то есть по времени, да, общей совокупности. Ну, в целом все девчонки молодцы, сегодня выделять никого не буду. Спасибо большое, удачи.